Невероятно дорогие камушки, друзья! Сегодня я расскажу вам, как на первом уровне найти очень много бриллиантов. Всем привет! Меня зовут Сайгеров Иван. Это мой канал Мистер Кэт! Поехали! Ребята, у меня есть самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Ссылочка внизу, потом обязательно зацените. Секреты Skyrim бесконечны. Просто бесконечны. И я 100%, наверное, буду выпускать аж до выхода The Elder Scrolls 6. Ну что, друзья, начинаем мы с локации под названием Обитель Ранвейнг. Обитель Ранвейнг. Маленькая и интересная локация. Какая-то она не такая, как все. Присяду, достану лук. Есть тут кто? Не подходи. Я не хочу на тебя напасть. Ну, нападаешь. Черт, как-то тут все необычно. Вау. Локация маленькая, так что вот смотрите, идем сюда, давайте-ка я возьму факел, тут у нас решеточка и проходим, блин, после выживания я просто не могу мимо факела пройти, режима выживания в Special Edition я имею в виду. Идем вот сюда, здесь рычаг, проходим дальше, теперь по этому мостику, осторожненько. Здесь достаем оружие. Отойди, или я тебя убью. Я не хочу. Прости. Прости меня. И ты меня прости. И ты. И вот, друзья, казалось бы, ничем не примечательная локация. Наша награда, парочка зельев и сундук. Уровневый сундук, который вы легко взломаете, если у вас будут отмычечки внутри. В зависимости от вашего уровня, но я вам это все показываю на первом уровне. Но только внимательные ребята обратят внимание на этого бандита, у которого тоже ничего не будет. Но куда он лез? Да, друзья, бриллиант! Черт! Бриллиант на первом уровне. 800 голды. Сначала будут простые бриллианты, потом я вам покажу безупречные. Едем дальше. А следующее секретное место драгоценного камушка недалеко от Айварстеда. Вот мост, когда мы бежим к седобородым. И здесь поворачиваем направо. Тут будет небольшая, маленькая-маленькая пещерка с мишками. Это Борис. Он никого не кусает. Хотя меня не кусает, а всех остальных кусает. Хотя, друзья, у меня просто перк. Глаз небесный. У меня есть за это видео, когда вас животные не трогают. Это невероятно круто. Особенно, если вы играете на легенде. Заходим сюда. А тут Мишка Степан. Привет. Как ты? Все хорошо? И здесь видно, как они расправились с теми людьми, которые сюда пришли. Вы тоже можете сюда зайти, наверное, не раз заходили и находили здесь книгу «Кузнечное дело», хилочку, сундук с случайным лутом, уровневым лутом и, возможно, могли убежать. Но, друзья, смотрите, если вы так вот посмотрите, то да, в этом казане спрятан еще один драгоценный камушек. Класс, да? Вот именно вот такие вот моменты заставляют все изучать. Каждый, как мне один подписчик написал, не сантиметр, а миллиметр. Совсем недалеко от святилища Мирунуса Дагона есть еще одно секретное место. Те ребята, которые смотрели мои выпуски по секретам Скайрима, уже помнят этот секрет. Ну, друзья, я просто-напросто хочу собрать в одном видео все бриллианты. Но поверьте, сегодня я покажу вам такие места, вы просто офигеете. Вот смотрите, вот сюда, и здесь есть такой вот тайничок. Раз, два, да,
Да, да, да, еще несколько камушков и бриллиант. Черт, какой же он крутой. Едем дальше. Возле святилища Периайта, друзья, тоже есть тайничок с бриллиантом. Нам нужно вот сюда вниз спуститься. Так. Тут у нас один волк. Черт. Ты вообще драться будешь? И вот, друзья. Да, это пасхалка к Ромео и Джульетте. И да, да. Сокровенный бриллиант вас тут ждет. Гробница Хилгроуда, друзья. Но здесь вам придется ее полностью пройти, чтобы получить этот сокровенный камушек. Да, также на первом уровне. Между прочим, бриллианты попадаются случайно, но только после 35 уровня. Да. Представляете? А тут все на первом уровне. Какой же он яркий. Ну да, бриллианты ж они очень блестящие. Ты моя прелесть. А теперь, друзья, места безупречных бриллиантов. Это мой Ванюшка, мой сыночек. Кагриндзел. Помните эту локацию? Самая невероятная ловушка двимеров. Помните, когда вы падаете вот оттуда? Просто какая-то бесконечность. Да, и в этой локации на самом первом уровне. Очень много летучих мышей и... Смотрите, место просто невероятное. Проходите вот сюда, и здесь, где водопад, есть вот такой вот сундучок. Можно его залутать. Я, кстати, вам все показываю на первом уровне. Для первого уровня очень крутой лут. Тут, кстати, спрятан под водопадом сердечник генератора Центуриона. Нифига себе. Забираем и... Вон, видите? Что-то блестит. Да, друзья, это безупречный бриллиант. Просто вот так вот на арке. Так, давайте-ка вот сюда запрыгнем. Тут я советую сохраниться. И... Черт. Есть! Безупречный бриллиант. Стоимость 1000. У простого бриллианта стоимость 800. Он действительно просто безупречный. Обалдеть. Кстати, если вы дальше пройдете по локации, вы это место очень хорошо узнаете. Смотрите, каменный ручей. Помните? Моя первая история с этим местом была довольно необычная. Так. Ой-о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 й. Отдай мне лук. Отдай мне этот невероятный лук. В первый раз, когда я сюда попал, друзья, я в ту локацию, знаете, как пошел? Я не через двимеров. Я просто позапрыгивал. Я думаю, это какой-то баг, знаете? И начал просто-напросто вот так вот по текстурам. И реально запрыгнул туда. Я не знаю, я парился, наверное, на полчаса. Но я реально запрыгнул через эту локацию туда. Потом прошел, там что-то покрутился такой. Там дофига фалмеров. Но так толком ничего не нашел. Хотя сундук, сундук где был. Ладненько, едем дальше. Недалеко от Маркарта. Прекрасный вид. Давайте щучкой. Здесь лодка. И в ней также, друзья, просто так безупречный бриллиант. Безупречный. С ума сойти. Также много других камушков, так что советую эту локацию хорошенько залутать. Ну и самое вкусное я оставил напоследок. Локация Корваньюнд. Это та локация, где вы добываете зубчатую корону. Уникальную зубчатую корону. Вы должны пойти, друзья, или к братьям Бури, или к Легиону и начать, как говорится, квест «Война». Только тогда вы сюда попадете. Если просто сюда пойдете без квеста, вы не доберетесь.
сразу вам говорю. И тут такой секрет. Это просто нечто. Но до него будет не так-то просто добраться. Смотрите, во-первых, идем вот сюда и смотрим вверх. Вверх, 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 вверх. И что же мы видим? Да, там драгоценные камушки. И не один. Теперь давайте попробуем туда забраться. Как я забираюсь? Становлюсь вот здесь, сохраняюсь и... Давай, 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 давай! Вот! Вот, 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 вот. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Ого! Изумруд! Аметист! Безупречный бриллиант! Безупречный гранат! Офигеть! Но, друзья, это еще не все. Это не самое вкусное. Теперь идем вот сюда, смотрим. О, черт. И там еще один камушек. Вон, видите? Офигеть! Теперь идем вот так вот. И пробуем запрыгнуть вот на ту балку. Это нелегко, друзья, но можно. Теперь мы будем прыгать. Ой, придется попариться. Сохраняемся. Воу! Изи! Друзья, здесь на первом уровне хороший древний норский меч холода. Безупречный бриллиант. Еще один! Безупречный изумруд. Безупречный аметист. И том заклинания вызов огненного атронаха. Вы понимаете, просто на первом уровне. Ого! Это просто... А, еще даже не все. Безупречный рубин и безупречный сапфир. Самое невероятное место с камушками. Просто самое. Том заклинания вызов огненного атронаха. Вы хоть понимаете, что это? Вы не понимаете, что это. Потому что даже на легенде огненный атронах с первых уровней просто невероятно мощный. Друзья, это нечто. Это невероятный секрет. Я когда узнал, думаю, да ладно! Вы представляете, сколько еще всего интересного в этой игре. Это нифига себе. Просто нифига себе. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, друзья. Счастья, здоровья, всего вам самого лучшего. Играйте в Skyrim и находите что-то необычное.